Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамп Макс, и в этом видосе я вам покажу, что мне подарили. А подарили мне Xbox Series X. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, ну и напишите что-нибудь в комментах. Давайте начнем. Если кто-то не знал, то 21 июля — это мой день рождения, день, в котором я получаю подарки за то, что я родился. И в этот раз на день рождения я получил весьма очень клевый и интересный подарок в виде Xbox Series X. Подарила мне его мама и моя девушка. Все вы, наверное, задались вопросом, а как они подарили тебе Xbox Series X, если он еще не вышел? Но дело в том, что Xbox Series X необычный. Это торт. Короче, вот он, ребят. Это торт в виде Xbox Series X. Если что, этот торт выполнен практически по таким же размерам, как будет Xbox Series X реальный. То есть 30, 15 и 15. Даже гоу замерим. Не спрашивайте, зачем мне эта линейка, вы сами догадываетесь. Тут 30. Вот здесь, блин, я не знаю, видите вы или нет, ну, короче, 15. И высоту 15,5. Короче, он немножко получился по этой грани чуть больше, но все равно, короче, практически такой же размер, как будет реальный Xbox Series X. Блин, не смотрите на эти складки, поскольку я его держу при комнатной температуре, наверное, около уже получаса, и я надеюсь, что я хотя бы запишу, то запишу этот видеоролик, и он у меня не развалится, поскольку тут все было ровно, и, короче, это я накосячил немножко. Вот так, в принципе, торт выглядит по соотношению с геймпадом. Кстати, у этого торта есть практически все то, что есть у реального Xbox Series X. Дисковод, конечно, я не буду ничего туда сувать, поскольку он для этого не предназначен. Есть кнопка включения, скорее всего, она чуть больше, чем оригинальная. Зеленая панель, которая будет просто зеленой панелью и не будет светиться. И сзади у нас рисунки разъемов. Конечно, вы вряд ли это заметите, поскольку, опять же, я держу этот торт в тепле, и он немножко просел. Короче, все как у реального Xbox. Единственное, в комплекте с этим тортом у меня не было никакого HDMI, геймпада, но я думаю, что это лишнее. Знаете, глядя на этот торт, я даже не представляю, сколько я его буду есть, поскольку он кажется реальным огромным. То есть, как бы, если бы это была консоль, то окей, пусть она будет такой огромной, но это торт. И он, если что, весит целых 5 килограмм. Представляете, да? Блин, я не хочу его резать, поскольку, блин, мне его жалко резать, серьезно. Но его придется резать, поскольку тогда подарок не имеет смысла. Короче, гоу, я за ножом и разрежем. Так, мы, короче, на месте. Сейчас мы будем, так скажем, разбирать Xbox Series X и посмотрим, что там внутри. Знаете, даже если я разрежу его здесь, все равно получится нереально огромный кусок. Я думаю, что я его просто не уничтожу. Короче, была не была. Ладно, попробуем его разрезать. Он крайне мягкий. Сейчас, пацаны, опа-на. Короче, я не буду его разрезать дальше. Вот такой вот торт, в принципе, внутри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут такая это. Оп. Короче, Xbox разрезан. Вот что у него внутри. Целых 12 терафлопс. Ну-ка, давайте попробуем. Я, блин, его не пробовал. Я ждал его для видосика. Ну-ка. Черная вот эта штука, именно массика, она кажется как будто смола. Но она съедобная, все нормально, пацаны. Пацаны, тянет на все 20 терафлопс, я вам отвечаю. Блин. Торт в виде Xbox, несмотря на то, что он такой огромный, он капец какой вкусный. Прям вообще. Мам, Настя, от души, я вас очень люблю. На этом, в принципе, все. Если понравился вам видосик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, как вам такой огромный торт. Если бы у меня была возможность, я бы каждому дал по кусочку, но, сорян, мне придется долбить его в одного. И в этом видео я хотел бы поблагодарить всех тех, кто меня поздравил с днем рождения. Ребят, большое спасибо всем от души. Я не ждал, что меня поздравит настолько много человек. Также в этом видео хочу напомнить про стрим, который пройдет 23 июля на основном канале. Я буду стримить ту самую презентацию Microsoft, на которой нам должны будут показать просто кучу новых игр для Xbox Series X. Стрим пройдет на основном канале, начнется, скорее всего, где-то в 5 часов вечера, поскольку в 6 часов вечера начинается предварительное шоу, там нам тоже покажут анонсы, а в 7 часов начнется то самое, но уже основное шоу, поэтому приходите, всех вас буду ждать. Не, ну торт реально офигенно, ребят. Короче, все, я заканчиваю и попытаюсь его добить. Все, ребят, большое спасибо за просмотр, до новых встреч, все, всем большое спасибо еще раз, и все, давайте, покеда, встретимся 23 июля.